Странные дела творятся, что тут не клюет. Да ладно, друзья, клюет. 4 штуки это нормально, и ударов много было уже. Я не огорчаюсь по этому поводу. Всякое вечером еще нас хлестаю их сегодня. Должен. 90% уверен, что натаскаю. Даже больше, чем вчера натаскаю. Надо траву убрать. Воблер уже покупал. Близко к лодке вообще редко, когда подходит щука. Хватает издалека, вот в основном на таком расстоянии. Интересно, почему? Пугается, наверное. Тукнуло, что ли, было? Или мне показалось? Хотя не показалось, спиннинг дернуло. Зацеп не должен быть такой. Сейчас проверяем. Блин. Нету что-то нифига. Странно. Удочка. Только кинул, блин, промазала. Собака, блин. Сейчас попробуем. Она, блин, на траву наскочила. Ну, хорошая была. Сегодня такой нету.
шалопендра, давай. Ешь ты, падла. Лодка еще как назло наплывает, блин. Получится, что из-под лодки тащить надо. Гадина. Гадина какая. Чё за херня-то? Почему цепляется-то? Крючок-то за поводок, блин. Когда надо, не клюет. Перебрался на другую сторону, друзья. Попробуем тут посмотреть что-нибудь. В этой стороне где-то должен быть крокодил вчерашний. Тут трава хорошая стоит возле берега, не то что с той стороны. Здесь, наверное, покрупнее, поэтому щука, почему вчера я тут две штуки и поймал крупных с этой стороны. После дождя и вечером, когда она у меня сошла. Вот такой вот стиль уже. Ну, я думаю, уже часов где-то 8:30 точно есть. Вечерочек. Моя задача, если все нормально, сейчас здесь проплыть. До упору и туда, по той стороне. Как раз, наверное, домой надо будет уже шпарить. Время подойдет. По той стороне ожидаются поклевки колоссальные. На закате. Ну как на закате, в сумерках уже. Солнышко у нас еще высоко. Высоко.
Ну, полдевятого точно уже. Да. Ой. Так, ладно, выключу. Только одел светлый, блин. У меня удар сразу, друзья. Вот этот вот, который самый первый я сегодня одевал. Сейчас вот сюда вот кинул. Вот здесь она где-то осталась, щучина эта. Я вообще только сантиметров 10 протянул, она бабахнула. Короче, она промазала. Капитально. Сейчас я еще туда бабахну. Ай, в траву забубенил. С травой не есть хорошо рыбачить. Вот так вот нормально. Трава. Так, ну-ка, она вот сюда вот куда-то пошла. Хоп. Сошла, сука. Сошла. Бля. Давай. Откололась. Может, просто багрянул ее. Странно. О, блядь, трава была. Хотя кто его знает, трава это сейчас или удар, что-то у меня аж спиннинг дернулся. Мне будет развернуться и туда бабахнуть. Вон туда. В ту сторону вот бабахнуть. И оттуда его прозвонить. Видите, какое солнышко красивое. С травой, что ли? Точно с травой. Но уже две щуки на этот воблер убрались. Можно сказать, в течение 5 минут. 5 с травой. Сука, кинул в траву, блядь. Сейчас перезарядим. Вот все. Слетела сама. Так, ладно. Так, сейчас бомбану.
как бабахнет. Пробуем туда. Сейчас он туда киданил. Неохотно они сегодня берутся, блин. Удары есть, а зацепов нету. Ударов прилично уже было сегодня. Если бы с каждого удара вытащил, вообще бы шикарно было. По улову. Так, сейчас вот так. И вот сюда. Опа. Туда я и хотел. Ну, здесь еще по этой стороне можно будет проплыть сегодня. Ту сторону обойти, а потом здесь. К вечеру ближе. Где-то она должна сейчас бабахнуть. Мне бы вот в то окно попасть. Вот в то. Вот так, ага. Нормально. Сейчас погнали. Вон на той стороне щука гоняла кого-то. Чё же, мне туда сгонять, что ли? Прям классно там гоняешь. Так, друзья. Вот здесь вот какая-то хрень присутствует возле кочки. Но я маленько не туда забубенил. Сейчас проверим. Сейчас проверим, друзья. Вот тут кто-то ходит. Я хоть включился. Должна быть. Здесь стопудово не окунь. Стопудово должно взяться за траву, блин, зацепился. Сука. Лопата, блядь. Его лопата цепляет. Сейчас бахнет.
Вот-вот бахнет. Потому что тут она где-то. А она тут не одна. Он табун уток полетел. Не сосчитать. О, крикоши полетели. Вот они. Сколько? Ну-ка. 2, 4, 6. Так, 4, 8, 12, 16 штук. Это эти шелохвосты. Садятся. Сесть хотят. А, не, их птица вон там напугала. Охренеть, сколько их в табуне. Она прям выпрыгнула вот здесь. Я ее прям видел. Сейчас мы ее вот сюда. Видали, как она прыгнула? Собака. Она даже не задела. Кадр нормальный. Вот они. Шелохвосты, а почему они в табуне? Чё ж ты не попалась мне, подруга? Ну, подруга. Так, трава сейчас будет. Угу. Травушка-муравушка. Травушка-муравушка. Трава, блин. Долбала. Поменьше одеть, что ли, мне, блин. Поменьше одену, воблер. Надеть маленький вообще тот, который я один раз все пробовал. А, он не тонет почему-то, друзья. Но он недалеко летает, вот этот вот, зелененький. Ну, сейчас проверим. Далеко не буду я его кидать. Но на него она может зацепиться, наверняка. Потому что он как малек. Как гальян, типа. Размером. Вот. Уже зацепился, блин, за поводок. У него веса своего вообще нету. Весит, наверное, 5 грамм.
Даже, наверное, не весит. Легкий, блин. Вообще легкий. Маленький воблерок. Брызгануть нафиг риптомидом, блядь. Комары летают, блядь, заебывают. Мелкие, сука. Все, пошли нахуй отсюда. Минут 15 уже ударов нету, друзья. Ничего страшного. Мы не отчаиваемся. Мы уже от нуля оторваны в 4 штуки. И это все чики-пуки, друзья. И там он у нас вроде прыгнул что-то. Попробуем добросить. Не долетает. До туда он не долетело. Но мы доплывем сейчас. О, был удар. Промазала подлуга. Подлюга промазала. Может, видели. Но она, видать, обкололась хорошо. Может, к лодке подплыла. Да. Может, в глубину пошла. Где она есть-то? Зараза. Какая. Угу. Рецепт травы идет. Где же этот пятачок-то, который нос свой не сует куда не надо?
Только кинул, сразу же взялась. Пойду. Вот. Меньше. Сегодня маленькая это попалась. Пятая. Друзья. Там какие-то уёбки уже сети поставили. Вон там сеть стоит. Козлы, блядь. Ну, я как бы тоже сети любитель ставить, но когда вижу, что чурагай заебись там, или кто-нибудь на удочку ловит, карась тот же самый, и мешают просто своими сетями, это уже хуйня. Вот. Сирочки летают. Здорово. Угу. Где-то вот в этом типу должно быть. Должно быть щучье скопление. Как и вчера, как и сегодня в начале дня. Опять трава, блядь. Вот такой вот закат там. Только кинул бы вот сюда вот и сразу же бабахнуло. Возле берега прямо. Возле травы прямо. В упор. По той стороне прошелся, друзья, у меня нифига не клевало. Ну, клевать-то клевало, но ни одно не вытащил. Решил вернуться. С этой стороны больше поклевок было таких серьезных, чем с той за последний час. Прозваниваем дальше. Я не представляю, что тут с утра будет твориться, друзья. Она вся к берегу подойдет, щука. Часа в 4-5. Здесь будет вообще разгон. Демонстрация, разгон. Вчера где-то у меня здесь сошла большая.
Сейчас еще пару раз кину эту черную и одену ту белую. Не белую, а голубенькую такую, бирюзовую. Недалеко летает это. Фигово. Тут-то как запулишь. Прям классно улетает. Так, ладно, переоденем. А то единственный минус, что она сильно часто цепляет на себя всякую херню. Вот она. Наша тоже сегодняшняя любимица, на которую удары были, но я и на нее еще не поймал. Как-то она промазывала. Сейчас смотрите, как мы будем кидать. Сейчас переключу. Тройник у нас зацепиться уже успел, блин, за поводок. Сейчас мы его отцепим. И начнем охоту на хищника. Хищник будет у нас клевать хорошо, наверное. Я сегодня на 3 отстаю от рекорда. До рекорда мне надо еще 4, чтобы побить, друзья. Так, сейчас кидаем вон туда в траву. Вот так. Оп. И ведем. О, так мы уже здесь были сегодня. Я уже был здесь. Когда это... Как сказать? Потом на ту сторону поплыл. Дальше пройти. Получается мне так кинуть, как я хочу. Хочу кидать вдоль травы, у меня дальше получается. В середине. В этих местах у меня вчера где-то сошла. Лодка спускает, блин, фигово уже. Ну что, друзья, так и есть, 5 штучек. Щучек. 5 штучек, щучек. Сейчас переплываем на ту сторону. Прозвоним и домой. 100 метров проплыву и домой. Был удар прямо возле берега, друзья. Но, блин... Что-то она у меня сошла. Я слабину что ли дал, блядь, в траву захуярил. Сейчас. Сейчас вот сюда. Хоп. Опять трава. С
Сука, трава ебучая. Извиняюсь за мата. За маты. Ничего страшного. Ничего страшного. Еще ни одну не поймал на этот воблер, но клюет. Клюет хорошо. Прям вообще возле берега была она. Опять трава. Сейчас сюда, в эту сторону метну. Вот так. Вдоль берега сейчас протянем. Траву зацепил, блин. Ё-моё, трава идёт. Так, сейчас. Опять трава, блядь. Надо нафиг, наверное, ставить мою маленькую. Маленькую воблеру. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Из всех моих воблеров, это мой маленький воблер. Вот этот вот, на которого я сегодня 5 штук выцепил. Ни на чё больше не вытаскивал. Только на него. Сейчас вот здесь еще позвоним. Вот это же звякнем. Алло, алло, алло. Дзин-дзин-дзин-дзин, ты где? Алло. Алло. Близко. Там трава. Трава, трава там. И вот так сейчас, хоп. И вот так, давай. Ладно. Разворот в эту сторону. Выйдем поглубже. В таком вот. Вот он какой. Размерили, какой там правильно. Так вот плыть. Утки крякают во всех сторонах. Во всех сторонах.
стороночках. Скорость добавляешь, она слетает. Опять трава. Травище нахерача. Да ё-моё, трава, её не видно нихуя. Ай, уже домой надо валить. Домой надо. У меня уже настроения нет сегодня. Почему-то. Может, потому что я без чая. Да я и пошел не сильно-то и поел. И чай, наверное, за день две кружки всего выпил. А так-то обычно, друзья, я термос-то выпиваю на рыбалке. Так я обычно рыбачу намного меньше, чем вот на щук сейчас эти дни там. Вот по такой вот темноте мы подплываем к лесопеду. К лесопеду подплываем, рыбу выгружаем там. Спринг быстро мы мотаем, подплываем к лесопеду. Вот зацеп у нас. Ай. Воблером, блин. Зацеп такой. Да. Все, короче, друзья. Решил я валить домой. 5 щучек у меня есть. Пора сваливать. Я уже хочу чая. Спускаем лодку, точнее спасательный круг, если он еще спасет. Не видали вы, друзья, как я
Тонул нафиг нынче. Со смартфоном, блядь. Ну, у меня, кстати, там должны быть записи с него. Где рыбку я ловил. Но это на нем. Как-то надо будет мне заглянуть. Да это, как сказать-то. Забрать видосы оттуда. Вот. Сейчас я вам рыбку продемонстрирую, лодку сложу. Ну и теперь селфи-видео. Вот такое вот. 9 августа 2019 года, друзья. Вот. Все. Вот такой вот водоемчик. Собираюсь домой. Все, короче. Сейчас жду с нетерпением 25 августа, когда будет открытие на утку. Здесь утки будет вообще дофига. Будете наблюдать за мной, как я буду охотиться здесь. Ну что, друзья, вот мои 5 щучек сегодняшние. Ну, как бы результат сегодня не очень веселый. Вот. Вот такие вот они у нас сегодня есть. Вот. Вот такие вот щучки. По сравнению с таким пакетом. Ну, это как бы вообще зачетно, я считаю. Нормал. Поехал я, короче, как сказать-то, посмотреть, порыбачить сегодня опять на щук туда же. Ну вот решил зайти посмотреть в одно место, есть ли тут утка или нет. Просто ради интереса. Вот, сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот такие вот пересохшие, можно сказать. Ну, как не видать. Поедем дальше. Летают вот молодые. И свистят. Коньяки или кто это? Все, друзья, сейчас проведу эксперимент. Чем это клюет? Вот. Им плыть вон до того вон узкого места, где такой прогал. И вон еще две. 8-9. 9 штук тут их. Сейчас проведем эксперимент. Ой, там даже нихуя. Не две. Там их больше. Там их раз, два. Так, сейчас посчитаю. Здесь 7. Там это крикоши, а это черки идут. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13 штук. 13 уток. Вот. Сейчас проведу эксперимент и посмотрим, что дальше будет. Следующее включение, наверное, оттуда. Вон две утки плавают. А вон еще 4. А вон сыграл кто-то. Так, начинаем 10 августа. 10 августа, начинаем. Время уже 6 час вечера. Сегодня я попозже приехал. Вот. Ну, начинаем рыбачить. Ага. Ветерок, блин. Конечно же. Еще какой-то рыбак приехал. Так, прозваниваем. Вчера у нас тут бралась. Ну вот сеть стоит, может она уже в сети. Вчера кто-то сеть воткнул здесь. Сейчас будем звонить.
Может, и осталось. Втыкаем кол вот так и звоним здесь, вот в этом месте, вот сюда. Вот так хочу повернуться, блин, не получится. Так, ладно, пока сюда кинем. Вот сюда я не кидал. Любимое место щук. Вот такое. Как я понял. Травушка, муравушка, кромка. И от берега расстояние метров около 10. Собака, а? Что-то у меня леска тут напутывается, блядь. Не понимаю, что за хрень. Лодочка встала как надо. Далеко воблер не летит. 20 метров даже не долетает. Спустя минут 30, ребята, ни одной поклевки сегодня нет. Может, потому что по времени я попал в такой в час, в пик, не клюющий. Но к вечеру стопудово будет. Вчера рекорд свой не побил. Вместо 8, 5 поймал. Точнее, по плану было у меня 9. Но я не смог. Я не огорчаюсь, друзья. Самое главное, чтобы вы наслаждались процессом. Ну и результаты видели. Такие вот дела.
сюда, поближе к травушке. Ну-ка, в глубину покидаю, друзья. Я в глубину-то вот так и не кидаю, можно сказать, в середину-то. А она поди в середине вся, блядь, удар что ли был? Удар был, друзья. Сейчас еще разок бабахну. Не туда. Слабенький удар был. Может, мне правда на середину встать? Возле берега травы много, на середине глубже. Может, что правда будет там, а? Ребята. Сейчас, наверное, я туда заплыву, метров на 20. Друзья, ну тут я вам скажу глубоко, блин. Может, мне тогда заглубляющийся воблер поставить, а? Попробовать. Сейчас рискну, я его поставлю, короче. Ну как рискну? Рискну тем, что просто тупо время потеряю свое. Ну а так я ничем не рискну. Поставлю вот этот вот зеленый. Зеленчик поставлю. Он вообще хорошо глубится. Глубина тут больше метра, ближе к полтора, короче, почти с меня ростом, больше даже. Ну чё, погнали, друзья, зацеп за траву, блин. Так, вот видите, травища какая высокая. Видите, да? Сейчас попробуем эту траву убрать и покидать с медленной проводкой, с очень медленной. Но здесь должна и крупная стоять, ребятки. Или я ее не снял? Ё-моё. Вот он далеко летит. Вот так, хоп-хоп. 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 Даем ему всплывать. Опять даем всплывать. Ну а здесь вот под лодку прям можно его выдвигать посильнее. Ну-ка давай оттуда. Выходит что-то с воды.